Неосторожное обращение с огнем привело в этом году к 41 пожару. В результате несчастных случаев 9 человек получили травмы, а двое погибли. Об основных причинах возгорания и мерах по их предупреждениям нашей съемочной группе рассказал государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Зубков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смертельных случаев при пожарах стало меньше в два раза. А вот количество травмированных людей, наоборот, увеличилось. Если за первые два месяца 2017-го из огня пострадали только 4 человека, то в этом году пожар причинил вред здоровью 9 гражданам. Проанализировав каждый случай, специалисты пришли к выводу – все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Хотелось бы напомнить о соблюдении требований и правил пожарной безопасности в быту. В первую очередь это порядок пользования электронагревательными отопительными приборами. Ни в коем случае не располагать данные приборы в непосредственной близости от каких-либо сгораемых материалов. Кроме того, следует быть предельно осторожными с открытым огнем. Недавно в Малаховке произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. По предварительной версии, причиной возгорания стала горящая свеча, оставленная без присмотра. В результате возгорания пострадало помещение кухни. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Сотрудники Госпожнадзора настоятельно рекомендуют не оставлять без присмотра детей. Ведь еще одной причиной пожара могут стать неосторожные игры с огнем. К счастью, таких случаев на территории Люберецкого округа в этом году пока не было. Луиза Егазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.